Настал следующий день. Нет, здесь я лазить уже не буду. Спросите, почему? Да потому что здесь просто-напросто зарыты сокровища. Они, во-первых, не очень полезны. А во-вторых, как только вы их начинаете открывать, вам наносится очень много урона какой-нибудь стихией. Даже не стихией, иногда, может быть, даже физический урон нам нанесем. Так что, ребят, если у вас не стоит Power Shield, если у вас нет сопротивления стихиям, если у вас нету сопротивления магии, и уж тем более, если у вас нету божественного вмешательства, то в этих лесах лучше ничего не искать. А то вы можете просто так и напросто и убереть. Вот так вот. Все. Просто-напросто. Да, это жестоко. Ничего не поделаешь. Но такова игра все-таки. Это старая игра. Хардкорщина все-таки свойственна, я считаю. Телепортируемся к нашему любимому фонтанчику плюс к ХП. Ставим на этот фонтанчик новый маяк. Конечно же, мы его используем. И поставим сюда маяк. Только кому? Ну, вору, наверное. Давайте вору дадим. А его дал? Нет, нет, не дал. Так, у него нету щита никакого, нет? Все прекрасно, значит. Используем, ставим сюда. Все прекрасно. Так, ребята, извините. Продолжаем разговор. Мы остановились вот здесь, и теперь давайте-ка наложим заклинание Визертай. Ну, чтобы увидеть это от крестности просто. Так, куда нам нужно? Нам нужно телепортироваться обратно к тому любимому нашему фонтанчику. Плюс 500 хп. Спрашивайте, почему? Потому что мы пойдем скоро в одну пещеру, которая называется Пещера Циклопов. Да, оригинально все-таки называется, согласитесь, да? Ну, зато все логично. Теперь мы хотя бы знаем, кого мы там встретим. Да, конечно же, мы телепортируемся на эти острова, сразимся с циклопами. С такими крутыми вещами они нам совершенно никакой проблемы не предоставляют, вот эти глазастые товарищи. Бьем по мордасам, значит, циклопам. И после чего мы, наверное, пойдем в пещеры. Циклопы, кстати говоря, дропают не такие уж приличные вещи, как хотелось бы. Нету обсидиана, например. Обычно золотые. Зато их тут многовато, посмотрите, даже в пещере не так много будет. Разрушаем их домик, получаем 2500 опыта. 100 тысяч монет. И немножко вещей. Посмотрим, какие вещи. Ну, есть платиновые, есть золотые. Ну, это самое главное, но зато не такие... Не такие хорошие, как хотелось бы, да. Зато тут есть какая-то рубиновая тиара, может быть, ее стоит продать даже потом. Так, а у рыцаря какой-то шлем. Выбрасываем шлем, одеваем ему тиару, значит. Вот так. Ну, теперь у него немножко больше брони, все прекрасно. Ну, где-то под 80 у всех персонажей, я считаю. Это нормально совершенно. Ну что ж, теперь давайте-ка разрушим этот домик. Я уже предупреждал о том, что как только мы его разрушим, мы получим проклятие. Но от этого никуда не деться. Домик разрушить нужно. Получаем 1000 гемов, прекрасно. И открываем сундучок. В сундучке находим какие-то еще вещи. Угу. Получим какой-то... Я не знаю, это переводится как свисток, наверное, этот вистл. Да? Ну, получаем, короче говоря, свисток. О, свисток огненных шаров. Вот так. Ага. Ну, тут телепортироваться нельзя, зато мы можем использовать маячок. Вернуться к фонтанчику при 20 к уровню и, наверное, потом... Наверное, потом мы вернемся в город, чтобы снять все проклятия. Так, там портал. Фонтенхейд, пожалуйста. Снимаем проклятие. Можно также будет золото заложить. Ну, у меня, в принципе, не так уж и много. Так что я, наверное, повременю с этим. И давайте продадим все наши вещи. Что ж, отправляемся, значит, к нашему кранину. Отдаем ему черепок, чтобы он нам намешался. И идем к пещерам циклопов. Самый простой способ это сделать, это просто-напросто наколдовать маяк Ллойда. Но сначала мы используем другой маяк Ллойда у вора, который имеется, и возвращаемся вот сюда. Телепортируемся сюда. На шестерочку, пожалуйста. Используем ХП. И возвращаемся к циклопам.
что ж, уже достала дочь, пожалуй, может быть, стоит сходить на арену, потому что, как вы понимаете, как только я зайду в эту пещеру, ну, наверное, все бафы с меня спадут, и циклопы меня, наверное, там зарешают. Хотя нет, их там немного, я же вам об этом говорил. Ничего страшного, что спадут, потом переналожим, конечно же. Зато хоть КП столько же останется. Хоть на эту спасибо. Здесь встречают грибочки, давно их мы не видели. Здесь их будет реально много, но это пока что их много. Потом будут встречаться только циклопы. Пожалуй, здесь стоит наложить заклинание такое, как Power Shield. Хотя... он очень дорогой. Ну, давайте наложим. Ничуть не страшно, я считаю. На варвара тогда. И не помешала бы еще защита от молний. Потому что эти лужи дамажат нас молниями, как вы могли догадаться. Ну и вот Power Shield и молния заметно улучшат жизнь нашему варвару. Посмотрим, что здесь. Ничего. А вот в сундуке, кстати говоря, находится 50 тысяч золота. Так что, если кто-то хочет на ранних этапах разбогатеть, можете зайти сюда и открыть этот сундук. Если у вас, конечно же, уровней хватит. Инсектоиды, как же без вас? Находим здесь и бесплатное заклинание для мага, хотя я уже давно все изучил. Я, конечно же, мог сюда зайти, скажу пораньше, изучить эти заклинания, добыть здесь все ключи, которые мне были нужны, кстати говоря, бесплатный Power Shield. И вот я просто зря потратил свои деньги, можно сказать. Противники здесь все-таки легкие, и сходить сюда на ранних этапах игры было бы не проблемой, я считаю. Главное просто вперед не соваться к циклопам. А так в основном... ну, в основном тут ничего такого страшного. Ну, разве что эти лужи хорошо дамажат. Я этого больше всего боюсь. Ну, циклопы так фигня, я считаю. Ну, вы это сами могли заметить. Так, в костях ничего, здесь тоже. Ага. Зеленый ключ почти у нас в руках, пишут нам. Ну, прям перед нашим носом, проще говоря. Да, он здесь будет все-таки. Этот ключик нас приведет к залам безумия. За что я люблю этот зал? За то, что там находится офигенный лев, который даст вам за 100 тысяч монеток абсолютно все навыки. Даже тех, которые просто не реализованы в игре. Которые нельзя добыть обычным путем. Вот так вот, немного необычно, я считаю. Да, кстати говоря, вот этот навык, которого вам дадут, называется он трекер, насколько я помню, и даже в мануале они пишут, что он дает. А тут разработчики сами того не понимают, зачем-то заделали этот навык, понимаете, да? Давайте поищем в этих бочках, что находится. Точнее, почему в бочках-то? Это же лужи красные. Боюсь представить, что там льется. Наверное, не самая хорошая жидкость, раз она дамажит молниями. Так, чтобы использовать, где у него телепорта? Я что-то все путаюсь в своих заклинаниях. На четверочку давайте. А здесь у нас находится красный ключ. Красный ключ ведет нас к крепости темных воинов. Об этом нам как-то писали. Подземелье города Baywatch. Вот, и, кстати, у меня хорошо заполненный инвентарь. Давайте-ка сейчас мы выбросим всю эту фигню, которую мы получили с этих луж. Получили бы древние украшения. Бронзовый лук, это смешно даже, считаю, оставлять. Два рога молний, один стоит выбросить, наверное. Что ж, идем дальше. Поищем, что находится в этих костях, ну, в принципе, ничего такого полезного. И теперь внимание, кого же будет третий в этом зале? Может быть, драконов? Да нет, циклопов, конечно же. Так, что-то мне повысилось, я чуть не заметил. Персоналити. Ну, конечно, варвару надо его кинуть. И, конечно же, сэп не сохранится. Ну, это, как всегда, в моем стиле, я в будущем буду сохраняться, конечно же, прежде чем посещать подобные лужи. Да, здесь все-таки имеет такая особенность, как только вы проходите чуть дальше, лужи уже дают вам какие-то приятные бонусы, причем в довольно-таки приличном количестве. Почему-то сейчас я сохранился перед сундуком. Довольно-таки опрометчиво с моей стороны это было. Ну да, в этом колодце уже ничего не осталось. Идем дальше. Как вы уже заметили, я раздажу циклопов уже с одного удара. Здесь также будет и босс циклопов, король.
Как нетрудно догадаться, да? Да, здесь все-таки в качестве боссов выступают именно короли, то есть какие-то усиленные существа, но в принципе от обычных они отличаются только параметрами. Внешний вид абсолютно тот же. Уникальным боссом можно назвать только разве что дракона Лорда, которого мы уже увидели в пещере драконов, но с которым мы еще не сражались. Я даже не заметил короля циклопов, ну в принципе, наверное, вы уже заметили. Ну забыл я о нем рассказать просто. Я думал, это обычный циклоп вообще, ну по идее встречается он здесь. Находим здесь вещи, золота очень много, и артефакты. Как вы понимаете, через эти колья лучше пропрыгать. Пожалуй, эти залы именно так вот и заделаны, чтобы здесь можно было прыгать, чтобы телепорт особо не тратить. И теперь давайте зайдем в другой отсек. Вот здесь побегаем. Повоюем с циклопами, конечно же, и находим два последних черепа. После того, как мы отдадим все эти два последних черепа, Кранен скажет нам последний пароль. Пароль от фонтанчика Вечной Молодости. Мы, конечно же, уже давно узнали этот пароль, он находился где-то в пещерах ведьм. Мы его уже разгадали. Ну так что вот, один из вариантов получения этого пароля. Так, здесь что-то написали. Здесь написано то, что собор этого храма Бунах содержит в себе какие-то богатства. Надо будет посмотреть, интересно. Я что-то забыл, что там находится. Но если там пришло богатство, то потом сходим, конечно же. Так, что у нас еще есть? Из ненужного. Ого. Изумрудная брошка. Конечно же, не буду это выбрасывать, да к тому же еще у меня есть арбалеты сапфира. Это мы обязательно наденем. Только кому интересно? Обсидиан. У тебя что? Золото. У тебя тоже золото. Ну, давайте варвару, что ли, дадим. В принципе, не имеет значения, я считаю. Выбрасываем, значит, этот лук. Нафиг он нам не нужен. И одеваем ему арбалетик более сильный. Итак, идем дальше. Кстати говоря, пропало. Пропали все заклинания. Стоит приналожить цвет. Глаз чародея. И, в принципе, бегать нам осталось тут недолго. Циклопов можно разносить также без бафов. Вполне так реально это сделать. Но зато баф ускорит процесс, я считаю. Находим здесь артефакты и поищем, что находится в этих лужах. Так, это у нас, насколько я понимаю, бонус к выносливости. Я его точно не помню, давайте дадим рыцарю, наверное. Так, что... Да, это выносливость, я угадал. Здесь у нас, по-моему, персоналити. Пробуем. Так, что нам увеличили? А, что-то не заметил. По-моему, это тоже выносливость. Так... Нет, выносливость, кстати говоря, тоже бы уровня осталось. А, точно, это же... Это же меткость. Ладно, меткость тоже рыцарю дадим. Это будет не лишним, он все-таки действует быстрее всех. Ну, потом быстрее всех будет действовать варвар. Еще один циклоп, что-то я про него забыл. А вот это интеллект, это я точно помню. Тут уже можно пропрыгать. Без телепорта. И нам все, что осталось, это просто исследовать вот этот отсек пещеры. Пожалуй, последний. Ну, тут всего ничего, немножко циклопов осталось. Тут также будут грибочки. Это уже не посещайте. После того, как вы ее посетите, мало того, что уничтожится один из персонажей, так еще, что в ваш инвентарь попадется еще один символ неудачи. Ну, одного будет совершенно достаточно, я вам абсолютно точно говорю, так что не имеет смысла находить еще один, да и к тому же тратить очень много времени на его воскрешение персонажа. Ну, так что не имеет смысла, я считаю. Так, что здесь? Смотрим на параметры, потом смотрим, что изменилось. А, здесь вещи. Да вы издеваетесь. Ну, в бане такое счастье, я считаю. Только инвентарь засоряет. Так, а здесь у нас... Что интересно? 10 тысяч золота. Неплохо. А вот эти... Вот эти лужи, по-моему, увеличивают устойчивость к стихиям. Привет, циклоп. Прощай. Сохраняемся. Посмотрим, у кого меньше всего выносливости. Ой, устойчивости к стихиям. Ну, вроде бы у рыцаря все нормально. У варвара еще больше. У паладина нормально. У вора меньше всего, по идее. Даже у мага.
Ну что ж, любопытно. Значит, этим двум персонажам стоит повысить устойчивость. 4. И, по идее, что-то повысилось. Да, было, по-моему, 210, теперь увеличили что-то на 20. По-моему, устойчивость к энергии. Ну да. Энергия, значит. Ну хорошо. Вот осталось нам исследовать вот этот отсек. Два циклопа. Здравствуйте. Открываем сундук. И залезаем в эту лужу. Я чуть не помню, что здесь находится. Ну давайте в Варвару, что ли, залезем. Что-то мы увеличили. Так, так, так. Я даже не запомнил, честное слово. По-моему, это опять-таки выносливость. Устойчивость к магии. По идее, в этой пещере должно сработать искажение времени, так что давайте сейчас мы его используем и телепортируемся к выходу. Что ж, исследовали мы пещеру циклопов, было довольно-таки весело, хочу сказать. Да и думаю, вам тут понравилось. Возвращаемся в город, посмотрим, что нам такого полезного выпало. По идее, там выпала какая-то полезная изумрудная брошка, так что давайте сейчас мы разбираться будем. Ну что ж, брошку, значит, ему дадим. Не помешает. Ну что ж, у него теперь больше всего брони. По идее, нет, ну больше всего брони. Нет, ну да, больше всего брони у него. Хорошо. Подаем, значит, крайне вот у всей нашей черепа. И теперь он нам говорит то, что пароль фантачку вечной молодости это Яв. Это мы прекрасно помним. Все, больше черепа ему относить не нужно. Все его квесты мы уже выполнили. Наконец-то. Теперь давайте возвращаться в наш любимый город на огне. И тренироваться. По идее, мы накопили достаточно много опыта, чтобы перейти до следующего уровня. Посмотрим, сколько. До 34-го? Прекрасно. Знаете, меня уже радует эта перспектива, то, что мы довольно-таки хорошо раскачались. Ну так что будем всех разносить, я считаю.